Экспозиция развернется в выставочном центре на Северном Малу по адресу улица Несебская, 1Б и соберет ведущих производителей и дистрибьюторов ювелирного искусства со всех уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 130 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новокузнецка, Златоуста и других городов представят новинки этого сезона и свои лучшие коллекции. Впервые в выставке примут участие ювелирные заводы Крыма, из Севастополя, Евпатории и Джанкоя. Кольца, серьги, цепи, браслеты, ожерелья, часы, столовые приборы и посуда в ювелирном исполнении, изделия народных промыслов, предметы интерьера и стильная бижутерия. Этой красотой можно будет не только полюбоваться, но и приобрести изделия по ценам производителя. Интересная деловая программа – особенность ювелирной выставки. В течение 7 дней работы будут проходить семинары по ювелирному бизнесу и оценки ювелирных изделий, мастер-классы, конкурс ювелирного мастерства в 7 номинациях. Традиционно для всех гостей выставки будет действовать счастливый час. Во все дни работы выставки с 10 до 11 часов вход для посетителей свободный. Также гости выставки смогут принять участие в розыгрыше ценных призов, который будет проходить ежедневно в 17:00 по входным билетам.